Всем доброго времени суток. Меня зовут Анна, и вы на моем канале. Обещала снять видео, как я клею 3D-наклейки, креплю 3D-наклейки на ноготок. Но будем крепить на типс, покажу. У меня наклейки вот от Анны Ткачевой. Я уже вот отсюда вырезала. Уже положила на ватный диск с водичкой. Беру типсу вот с таким цветом. Не знаю, правильно ли я подобрала цвет или нет. Дальше беру вот такой топ с липким слоем для слайдеров от Miis. Мне этот топ очень нравится. Наносим топ на типсу. Нанесли. Этот топ нам больше не понадобится. Теперь не сушу в лампе. Беру наклеечку. Беру вот такую силиконовую. Забыла, как он называется. И вот этой вот силиконовой поправляю себе. Как бы равняю вот здесь. Все неровности. Так, вот так вот. Вот так это получается. Вот. И отправляем в лампу на просушку. Ну, буквально, наверное, давайте на 30 минут. Вот это вот лишнее все теперь убираем. Также мне вот это больше не понадобится. Следующее. Давайте возьмем все-таки вот это вот. Как я ее называю, которую мужа забрала палитрочку. Вот. Вот сюда положу салфетку. Нам нужно. Беру вот топ. Сейчас покажу. Так, сюда поближе. Подсохло. Тут же, так как и написано, есть липкий слой у этого топа. Берем теперь простой топ без липкого слоя. Покрываю сначала полностью вот так вот. Чтобы везде закрыть. Вот, покрыла. Теперь вот эту вот кисточку мы во флакон лишнее снимаем. Заговорилась уже. И вытираем кисточку об салфетку. Теперь этой кисточкой мы вот здесь, чтобы сохранить вот этот рисунок 3D, с него убираем. Кстати, я уже и себе так делала, и девочки ко мне приходили, я тоже так делала. Держится отлично. Вот, все убрали. Теперь отправляем в лампу на просушку. Но этому топу тоже хватает буквально 10 минут. Мне этот топ очень нравится, как бы. Девочки, попробуйте его купить. У меня есть в распаковках. Также еще я себе заказала. Извиняюсь, что-то погода дождливая. На улице это прохладно. И вот вчера насиделась вечером. На горло теперь прихватило. Извиняюсь еще раз. Просохло. Просохла у нас типса, тут уже нету липкого слоя. Вот.
И вот смотрите. Так, фокус. Где фокус? Вот, вот так вот он получается. Фокус опять пропадает. Ну. Вот. Вот так вот этот рисуночек получается выпуклый. Он так и должен быть. Он не мешает в носкости. Мне очень нравятся эти наклейки. Как бы советую их к покупке. Но они есть не только у Анны Ткачевой, есть везде. Советую как бы к покупке такие наклейки. Еще знаете, вот этот вот рисунок сейчас мне напомнил то, что можно было разукрасить его 3D пастой. Сегодня смотрела у Инны видео, мне понравилось. Вот тоже жду такую 3D пасту. Как раз бы вот такой рисуночек бы разукрасить самое то. Всем спасибо за внимание. Надеюсь, вам мои видео нравятся. Ждите моих дальнейших видео с распаковками не только. Всем пока-пока!